Высоко на облаках есть страна дракошия. Вундер, Тайми, Пауи и мисс Соля тоже. Рути и Тутуча. И, конечно, Тоша. Дракошия, дракошия, дракошия. Здесь живут веселые друзья. Магия и дружба ю полна. Дракошия — волшебная страна. Дракошия — волшебная страна! Дракошная уборка. Обожаю день уборки. Все вокруг так прибрано. Эх, промазал. Тайми, почему у тебя такой беспорядок? Сегодня же день уборки. Уборка — это скучно. Давай лучше играть. Это весело! Попробуешь? Уборка тоже может быть веселой. Давай покажу. Аккуратно берем то, что валяется. Ой, как скучно! И кладем на место. Тайми победитель! Метла и совочек помогают собрать несколько вещей сразу. Вот так! Как-то маловато! Вот! Как тебе? Уборка — это и правда весело! Лады, саженцы! Рути! Магия растений! А это шкаф! Если правильно положить в него игрушки, можно убрать все сразу. Просто и очень быстро. А я знаю, как сделать еще быстрее. Да-да, я настоящий мастер уборки. Тайми, берегись. Ой-ой-ой-ой-ой. Кажется, сегодня не обещали дождь из игрушек. Прости за беспорядок, дедушка Рубус. Ну-ну, не расстраивайся, Тайми. Иногда что-то может пойти не так. Это все потому, что я не люблю убираться. А что ты любишь? Ну, я люблю играть и веселиться, скакать и бегать! Порой дело, которое тебе не по душе, может оказаться очень интересным, если подойти к нему с другой стороны. Я понял! А что, если нам объединить уборку и игры? Ого! А это как? Есть дракошная идея! Чувствую себя юным кустиком. Кажется, у меня есть подходящий подарок. А какой? Не терпится увидеть. А,
кубок настоящему мастеру уборки. Нужно найти ему подходящее место. Не нужно! Я буду везде носить его с собой. Невезение. Спасибо, что помог с уборкой, Тоша. Мне не сложно. О нет, Тоша! Да ладно, сейчас все соберу. Ты посмотрел в разбитое зеркало. Теперь тебя ждет 100 лет невезения. Чепуха! Я в такое не верю. Видишь, началось. Это просто совпадение. Тайми! А можно мне попробовать? Конечно! Сейчас покажу дракошный бросок! Попробую еще раз! Еще раз! Похоже, сегодня тебе не везет! Ой, да и с кем не бывает! Займусь чем-нибудь еще! Какой у тебя дракошный урожай, Рути! Спасибо! Поможешь его собрать? С радостью! Тут все просто. Берешь за верхушку и медленно вытягиваешь. Понятно? У меня есть идея получше! Тоша! Магия пузырей! Готово! Мои морковки! Неужели мне и правда не везет? Надо это проверить. Тошки-матрешки, я самый невезучий дракоша на свете! Что это ты делаешь, Тоша? Я ничего не делаю, дедушка Робус. Если я ничего не буду делать, то ничего неудачного не случится. Вот оно как. Вот бы мне снова стать везучим! Кажется, у меня есть для тебя подходящий подарок. Какая красивая звездочка! Это звездочка удачи. Она кого угодно сделает самым везучим на свете. Спасибо, дедушка Робос! Теперь у меня точно все получится! Везет, все по-моему идет, все на свете у меня получается. Мне везет, везет, и летят конфеты в рот, приключения приключаются. Я везучий, не страшны мне злые тучи. Все хорошее в стране дракоши со мной произойдет, потому что мне везет. Лечу, лечу, все, что я захочу, непременно со мною случается. Солнце и луну захочу, переверну, мне удача улыбается. Ну и везунчик ты, Тоша! Это вся звездочка удачи! Она что, невидимая? Моя звездочка, куда она подевалась? Я что, снова стану невезучим? Кажется, ты ее выронил сразу же, как получил. Как? Неужели я сделал все это сам? Без звездочки удачи? Верно, Тоша. Ты был таким уверенным. Похоже, разбитое зеркало не приносит невезения. Кажется, я понял. Мы сами создаем свою удачу.
Марафон. Добро пожаловать на ежегодный дракошный марафон. Участникам надо пролететь вокруг всей дракошии и вернуться сюда. Продумаю маршрут и приду первым. Не спеши, я буду первой. И еще чего? Первым буду я, дракоша скорости. Скорость еще не самое главное. На старт! Внимание! Ого! Смотри, что там! Там же ничего нет! Это нечестно! Тайми, магия суперскорости! Так, если я полечу сюда, ничего не выйдет. А если сюда... Первым буду я, дракоша скорости! Меня не остановить! Это мы еще посмотрим! Тутуча, магия оживления! Не подойдет. Это тоже. Ага, маршрут проложен. Ой! Ой, Вундер, как ты смог меня обогнать? Я продумал самый быстрый маршрут. Кажется, финиш должен быть в той стороне. Это я, дракоша скорости! Я не могу проиграть! Ой, теперь карта показывает в другую сторону. Кажется, я все напутал. Осторожнее, дракоши! Наверное, мне не сюда. Я самый быстрый! Ура! Ай-яй-яй! Похоже, я застрял. Помогите! Спасибо, что помог нам, Тайми. Ты настоящий друг. Поздравляю, дракоши. Тайми, но почему ты отказался от первого места? Зачем победа, если ее не с кем разделить? Друзья мне важнее. Хорошо сказано. Кажется, у меня есть для вас подарок. Что же там такое? Не терпится увидеть. Сегодня все заслужили подарки. Спасибо, дедушка Рубус. А это медаль нашему любимому дедушке. Колыбельная дедушки Рубуса.
Кто готов сыграть в классики? Я готов! А что нужно делать, Вундер? Надо прыгать по клеточкам до самого конца. Вот так. Эть. 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 Ой, кажется, я увлеклась. Теперь моя очередь. Тайми, магия суперскорости! Это было весело! Хочу еще! Кажется, пора спать, мои милые дракоши. Но дедушка Рубус, я хочу поиграть! Вы еще поиграете завтра. А для этого надо выспаться и набраться сил. Ага, скоро увидимся! Я совсем не могу заснуть. Кто-то должен мне помочь. Не можешь заснуть? Знаю я одно проверенное средство. Это какое же? Надо считать. Овец! Ой, а откуда их взять? Тутуча, магия оживления! Они будут прыгать в загончик, а тебе нужно их считать. И все? Конечно! Уснешь в два счета. Повторяй за мной. Раз овечка, два овечка, три овечка. Понятно, Тайми? Конечно, Тутуча. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 2520 и один барашек. Всех посчитал. Надо попробовать что-то другое. Может, нам поможет Вундер? Изобрести что-нибудь для погружения в сон? Вундер! Магия техники! Прошу! А что это такое? Это механическая кроватка. Нажимаешь на кнопку и выбираешь лучший режим для сна. Режим мягкой подушечки. Режим длинных ног. И массажный режим. Как весело! Хочу еще! Будьте шпунтики. Кажется, кроватка не помогает. Может, попробуем положить в нее пушистых овечек? Может, изобретем кровать в виде овечки? Может, мы будем считать вундеров? Нет, это все мне не поможет. Спать совершенно не хочется. Хочется играть. Неужели я теперь никогда не засну? Кажется, у меня есть подходящий подарок. Что же там такое? Это волшебный ксилофон. Тебе хотелось поиграть, Тайми? Так сыграй на этом. Но он такой огромный! Как же на нем играть? А ты попробуй на нем попрыгать. Это весело! Мы в стране волшебной смеялись и играли, но приходит вечер, все вокруг устали. Весело и шумно было днем, но сейчас немного отдохнем. Глазки закрываю, солнце, облака, нас с тобой уносит сонная река. Игры и веселье продолжатся с утра, а пока нам спать пора. День веселья! Здравствуй, Тоша! Кажется, тебе очень весело!
Еще бы, дедушка Робос! Ведь сегодня день веселья! Каждый дракоша делает что-нибудь радостное и приятное! Рути! Магия растений! Рути выращивает веселые цветочки. Вундер! Магия техники! А Вундер создает смешные кривые зеркала. А Миссоля создает веселую скульптуру. Больше похоже на грустную скульптуру. И Миссоля куда-то подевалась. Надо ее найти. Вот ты где, Миссоля. Все ждут тебя на площади. Полетели? Что-то мне не хочется. Это почему? Сегодня мне грустно. Тебе грустно в день веселья? Непорядок. К счастью, Тоша, магистр веселья, специалист по хихиканью и рыцарь широкой улыбки. А если так? Кажется, не помогает. Но в день веселья нельзя грустить. Может, нам помогут друзья? Миссоле грустно? Уверен, мои веселые цветочки-плясуны ее развеселят. Миссоле, ты посмотри, как весело! Кажется, это тоже не работает. Тогда попробуем другое. Это механическое кривое зеркало. Взгляните в отражение и смейтесь до упаду. Миссоля, ты только взгляни. Смотрите, Миссоля улыбается. Нотки-иголки, это тоже не помогает. Что это за день веселья без Миссоли? Какой же я после этого магистр веселья? Кажется, у меня есть для тебя подходящий подарок. Какой же? Это волшебная подзорная труба. Она позволяет видеть эмоции. Спасибо, дядушка Робос. Ого! Эти солнышки над Вундером показывают его веселье. А эти тучки означают, что Миссоле грустно. Ну откуда они появились? Ага, след есть. Сейчас мы все выясним. Ага, грустные тучки ведут сюда. Тушки-матрешки, да это же скульптура Миссоли. Кажется, я понял, почему ты грустная, Миссоля. Ты расстроилась, потому что статуя не получилась. Ничего не выйдет. Мне нужен ветер. А сегодня совсем безветренно. Все хорошо, Миссоля. Кажется, я знаю, как тебе помочь. Тоша, магия пузырей! Хо-хо! Это самый веселый день веселья за 1000 лет! Ого! Спасибо, Тоша! Всех с днем веселья!